Самое замечательное, что можно созерцать, это наши внуки. Паровозик. Ну вот, давайте все на меня посмотрим. Здравствуйте, детки. У меня есть одна история. Она небольшая, но интересная. Это о секрете. У вас, наверное, у каждого есть какой-то секрет. И вы иногда его рассказываете другу или дома, маме или папе. Вот я вам расскажу историю с одной девочкой. Эвелинка бежала домой. Она плакала. И когда забежала домой, она стала кричать: «Никогда, никогда я не буду больше рассказывать свой секрет никому!» Я рассказала секрет своей подружке, а она рассказала его всем нашим мальчишкам и девчонкам. Это нечестно, это неправильно. Она плакала, она грустила. Мама ее подошла к ней, успокоила ее, села с ней на диванчик и сказала: «А я тебе скажу, что есть тот, кому ты можешь сказать свой секрет, и он никогда тебя не выдаст». «Да?» – спросила Эвелина. «Кто это, мама? Скажи мне скорее». «Это Иисус. Он очень добрый, внимательный. Он любит тебя и умеет хранить секреты. И если надо, он тебе всегда поможет. Он тебе всегда подскажет, как нужно быть правильным и во всем остальном». Эвелиночка успокоилась, подумала и спросила маму: «А правда, что он никому не расскажет мой секрет?» «Правда», — сказала мама. Эвелиночка ушла в комнату и поделилась своим секретом с Иисусом. Вот такая замечательная история. Вам понравилось? Очень. Ну все, давайте. Давай. Не будете на это. Ты мой хороший, ты замечательный, и ты самый большой. Спасибо. Спасибо.